Вы очень любите в соцсетях поддеть наших, ну, скажем так, коллег, соседей, Украину, например. Вот, например, пишете о том, что Порошенко – жертва Голодомора. Довольно так тоже, как сказать, язвительно отзываетесь о некоем новом городском танке, который в планах у господина Авакова. Ну и прибалтам достается за их размышления о компенсации за советскую оккупацию, по поводу их армии что-то было такое, да, что армия застряла в лифте. Вот не секрет, зачем вам это? Слушайте, ну я же не только там большой начальник-то, правильно, как меня иногда президент называет, так шутя. Значит, я еще человек, который остро реагирует на все, что происходит. Это мое презрение к этим уродам моральным, да, которые уничтожили Украину, захватили ее. Это моя ненависть к русофобам, к врагам. Ну, лучше всего с ними разговаривать, реагируя остро, с юмором. Поэтому это моя такая маленькая война психологическая, которую я тоже веду. Ну и потом моя первая профессия все-таки, я заканчивал факультет журналистики Московского университета. И там учили разбираться в людях и докапываться до истины. Вот, и поэтому все остальные мои образования, они в коем случае не затерли журналистские пятна моей юности. Поэтому реагирую как человек, как публицист на человеческую глупость, на измену, на предательство, на самодурство. Считаю, что это правильно.